Всем доброго времени суток, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Сегодня я наконец-таки поиграю с ПП-2000. Я решил немножко разнообразить карты и поиграть на подрывчике. Давайте немножко музычки и поехали. Так, стоп. А куда мы поехали? Все, знаю. Едем в Магадан! Да, согласен, в моем исполнении это ужасно, но ладно. Побежали, побежали. Сейчас мы устроим нагибчик. А может, нагибчик устроят нам. Ну ладно, так. Чуваки, вы что, не подсаживались? Так, все понятно, наших на единицы разносят. К сожалению, медика я не убил. С этой пушкой так немножко о ней давайте поговорим. Я уже поиграл и составил довольно неплохое мнение. Скажу вам честно, играл недавно с Ктаром. И не очень она сильно отличается от Ктара. Скажу вам честно, я разницы особо и не почувствовал. Ну ладно. Характеристики вы сами, я думаю, посмотрите. Вот, отлично, двоих забрал. И еще 26 патронов осталось. Очень даже пушка, просто огонь. Просто вау, наконец-то добавили что-то годное. Конечно, был еще Вереск, но ладно, Вереск сейчас грустный. Так, ладно. Ой, ослепили. Медик, здорово, братишка. Так. Ой. Да, слил он меня в хедшот. Раунд мы тут проиграли, ну ладно, так. Ладненько. Минку вот такую прижимкой, минулька, красотулька, я в тебя верю. Ух, чую, как шандарахнет. Так, держи, фашист, гранату. К сожалению, граната до фашиста так и не долетела. О, снупер. Да. Снупер куда-то удрал. Опа. Хедшот. О, сюрприз. А-а-а, блин, мина, фух, пронесло. Мои мягкие ботиночки сработали. Ну, в итоге, минус 4 за раунд. Неплохо. Я, конечно, не знаю, минус сколько мне надо делать, чтобы моя команда выигрывала. Наверное, все минус 8. Ну, или минус 7. Правда, такое у меня вряд ли получится. Давненько я не играл подрывчики. Ну, пару дней уже не играл, так как на КВ ходили, и надо к подрывчикам мне сейчас привыкать. Так, держи гранату, товарищ. Да, да, товарищи, граната не нашла. Опять ты тут снайпер? Да. Ладненько. Ох, медики у них, конечно, молодцы. Резаются просто как эти, как китайцы. Размножаются. Как кролики. Да что ж ты будешь делать? Опять ты? Опять хедшот? Да. Надо написать чувакам, берите-ка вы медов. А то все равно в минусе. Играю я через быструю игру, так что тут всего 6 раундов. Правда, не знаю, чего в быструю игру не сделали 11 раундов. Как сделали параметры поиска, так сказать. Подрывчик или захват. И сколько раундов выкидало бы или на 6, или на 11. Так, наши товарищи там, точнее, наши не товарищи. Так, где-то топают. Хотя, как тут не посмотри, наших товарищей сливают и на единички, и на двойки. Давайте сюда опять Минерву прикрепим. Так, Минерва это хреново. Так, держи, держи, хедшот. Ой, блин. Вот что значит недавно добавили на распродажу USAS. Счет уже 1-4, не в нашу пользу. Ребята, давайте попробуем сделать камбэк. Ой, гранатка прилетела. Так. Ладненько. Ну-ка, о, медик, здорово. Получи, так сказать, братишка. По головке. Иди смотри, как играют. Опа, стреляет. Походу тут кто-то есть. Ишь, где залег, чувак. Ты не думал, что тебя там снимут. Сюрприз.
Ёпсель-мопсель. Соленый огурец. Блин, сказал про еду, что-то жрать захотелось. Ух, блин. Да, наши умудрились еще просрать бомбу. Браво, ребята. Тиммейты просто года. Так, ладно, беру плент. Пока наши товарищи не все помирали. Они еще даже резнуться умудряют. Поставлю-ка я плент, чтобы, так сказать, времени даром не терять. Вока. Сказанул. И будем караулить тут. У нас тут дура сделала минус. Причем я ее не оскорбляю. Это ее ник. Или его ник. Хрен его, правда, знает. Так, ладно, пойдемте подсадимся. Покажу вам одну топ-позицию. Вот сюда, за боченьку. Очень хорошо ставить минку. Правда, не так кривовато, как я. Но все-таки так. Выходите, товарищи. Так, не хотят выходить. Граната. Ой, медик. Да. Ау, блин. Попали мне куда-то. Да, о, мы сюда как раз и попали. Так, а что тут? Ой, глазик. Ну ладно, так. У нас сейчас счет 2-5. Эй, ой, а куда народ делся? Мы в большинстве, ребят, это наш шанс. Пробуем делать камбэк. Ой, мина, мина. Это, конечно, вот какая нахрен мина? О чем я вообще? Да, хороший вопрос. Граната. Медик, выходи, так сказать. Да, хпшечки у меня не осталось. Да, этот инженер еще слился. Медик, дай хп, братиш. Так, где его убили? Братиш, дай хп. Ну дай ты хп, братиш. Гадство. Просто охренеть. Ау. Блин, руку отбила на этот стол. Гадство. Давненько я ничего не колотил. Давайте, братки, тащите. Держу за вас кулачки. Держу, держу кулачки. Давайте, тащите. Тащите, тащите, тащите. Давай, братиш, я в тебя верю. Да, кулачки не помогли. Надо было, наверное, за него фигульки держать. К сожалению, мы проиграли. Можно сказать, фигульки мне на рогульки. Да, вот так как-то. Ну а если вам понравилось данное видео, то не ленитесь, поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Кстати, приходите завтра ко мне на стрим. Он будет, ну, после видео я вывешу оповещение, когда он все-таки будет. Так вот, ребят, приходите, я вас буду ждать. Всем спасибо за внимание. Если вам не понравился данный ролик, то не надо меня жалеть. Всем спасибо, всем пока-пока, братва.